Эй-эй-эй-эй-эй! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители легких видов спорта! Мы на Монблане! Посмотрите на эту красоту! Без монтажный ролик! Сейчас прям загрузим с Максом, как запулим его с неба, чтобы вас порадовать. А то все какие-то скучные видео у нас в последнее время идут. Вот, пожалуйста, нежданный Монблан. Почему нежданный? Потому что у меня летает два ученика. Максим, ему 15 лет, и его папа, ну, ему капельку побольше. Вот, и папа вчера настолько шикарно полетал, что вот я как инструктор, который распределяет время студентам, решил, что Максу точно надо на Монблан слетать. И папа с этим согласился. Я думаю, что если бы он не согласился, у него был папой хорошим. Очень я доволен, потому что мы крайне технично дошли до Монблана. Причем путем, которым я еще ни разу не ходил. Я сейчас покажу вам все, что тут есть. Вот это вот наша знаменитая Шамани. Шамани, ты моя Шамани. А вот крыло сейчас показывает на Игюль-де-Миди. С нее идут троса вниз, и я за них недавно чуть не зацепился. Не поверите. Мой отважный ученик вовремя сказал мне: «Волков, провода, осторожно!» При этом я рассказывал, как... Ну, то есть я показываю эту Игюль-де-Миди, говорю, что вот, понимаете ли... Ой, Макс, переставь тример вперед. Возьми вообще ручку, видите, что... Где-то 140. Хорошо. Так вот, вот там Игюль-де-Миди. Я говорю, вот Игюль-де-Миди, с нее идут провода. Осторожно. Надо про это всем знать. То есть такой умный ролик записываю. И в этот момент, ну, я даже не представлял, что они под таким углом идут. Облака, вот если сейчас вы видите все свободно от облаков, то Игюль-де-Миди было затянуто облаками. Ну и, естественно, провода просто из облаков торчат. Представьте мое удивление, когда я вижу кабинку лифта, которая так выезжает из облака. Ну, понятно, что я сейчас нагоняюсь страху. Было достаточно далеко, я же не дурак рядом с проводами летать. Ну, или знаю, что они есть, так сказать, в них целиться. Но, конечно, честно скажу, было весьма тревожно. Еще я себя показываю тут вокруг красивее. Вот эти классические монбланские ледники. Все, что течет. Сама вершина, как вы видите, немножечко в облаках. Ну, это и не страшно. Макс, прижмись к Монблану. Правее возьми, прижмись к Монблану ближе немножко. Видишь, склон сам работает. Скорость брось до 120-30. Посмотрите, мальчик Максим, ему 15 лет. Макс, поверни голову влево, скажи, что я взял ручку. Ну, ты счастлив? Да. Слушай, ну не каждый побывает на Монблане, тем более 15 лет. Макс старался всю неделю. Первая твоя ручка. Учти там... Тросы. О, кабинка, друзья, вот она, эта кабинка. Видишь кабинку? Да. Едет, вот она, друзья. Я ее как раз и чуть было не того. Ну, я, это плохой очень смех, на самом деле, понимаете, да, что... дай-ка ручечку. Одно дело это раздолбай Волков, ну и в крайнем случае его еще пассажир. А другое дело кучу людей в кабинке. Поэтому, конечно, шалить с этим подъемником не стоит, но... Очень-очень-очень неудачно натянуты вот эти вот тросики. И кажется, что они далеко, а на самом деле они достаточно близко. Кабинка что ли застряла? Вы сейчас в прямом эфире, на видео наблюдаете подход кабинки к Игюль-де-Миди. Ну и, соответственно, я примерно взглядом, зная нижнюю опору, представляю, как провода идут. А тогда вершина была в облаке, и было мне не до этого. Макс, ну как тебе? Круто? Ага. Слушай, ну проводов совсем не видно. На фоне земли. Вообще, друзья, прям вот уходит. Давайте мы сейчас левым кругом. Справа мне страшно. Левым кругом попробуем с вами вместе провода найти. Оп! Нижняя станция-то я ее вижу. Я с нее много раз подымался. Потом есть промежуточная станция где-то. Она где-то должна быть на склоне. Давайте вместе бодренько поищем. На видео потом. Во, вот она, смотрите, крылом показываю. Вот, во. И вот с нее пошел провод вот туда. Бррр. Даже думать про это страшно. Так, а мы между тем подстрели высоты и находим уже несколько ниже Монблана. Вы можете разглядеть, Макс, твоя ручка, разглядеть вот это все великолепие ледопадов.
не знаю, я могу любоваться этой картинкой вечно. Был год, когда на вершину приземлились парапланеристы в количестве 80 штук. И все бы хорошо, но они начали взлетать потом, а наверху разрежение, видите, вот там солнышко сейчас светит, видно ближе к вершине, там огромные такие трещины. Как удобно, кстати, айфоном снимать, можно увеличивать и приближать. Так вот, парапланерист провалился в такую трещину, и все, и погиб. С тех пор запретили посадку на Монблан и взлет сонного. Я считаю это абсолютно верным решением. Так, ну я прям доволен. Макс, ты доволен? Да. Я взял ручку. Всем. А? Всем классно, здорово. Ну скажи что-нибудь, выходя. Передай привет кому-нибудь. Папе передай привет. Привет, папа. И скажи спасибо, что у тебя такой папа, который отказался. Эх, да, представляете, друзья, папа мог быть... А на его месте мог бы быть папа. Но папа сказал, сына, все лучше детям. Это вот даже ролик мы назовем, наверное, все лучше детям. Да. Я надеюсь, что я своего Макса тоже как-нибудь так же вывезу. Покажу ему Монблан, скажу, Макс, вот смотри, как вообще круто. И смотрите, друзья, планер сам летает. Я отпустил ручку, Макс отпустил ручку. И планер медленно, но уверенно, ДГшечка наша совершает почетный круг. Вершина открылась, Макс, смотри. Вот вершина. Видишь? Прямо-прямо. Вот верхушечка видна. Специально для тебя облако сдули. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ну что, петлю вокруг Монблана и домой? Ну так. Друзья, на такой позитивной ноте я не могу не отлететь от Монблана и не скрутить петлю. Это должно быть обязательно. На этом мы ролик закончим и будем выбираться, то, что нам еще высоту набирать. И для этого нужно какое-то время. Ведь? Так, ну вот где-то так. Разгоняемся, друзья. Скорость я на разгоне беру 200 км в час. Так. Ну, пошла ручка на себя. Макс, а я тебе петлю делал до этого? А? Я тебе до этого петлю делал? Нет. А, ну вот у тебя сразу первая же петля вокруг Монблана. Ну, как тебе? Ты счастлив? Слева камера, слева телефон, слева, слева. Счастлив? Ну, конечно, да. Совсем. Да, друзья, значит, счастье есть. Ну и вот мы, собственно, даже сразу воткнулись в какой-то восходящий поток. Все, друзья, надо работать. До новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта. Пусть ваши мечты сбываются. До новых позитивных роликов. Эгегей! Юху!